Что такое блокчейн? Да? Значит, блокчейн — это база данных. Вернее, блокчейн — способ хранения данных. Способ хранения данных в виде транзакций, которые криптографически связаны друг с другом. То есть, на самом деле, блокчейн — это база данных, которая по своей сути всегда является более медленным и более дорогим в поддержании, в использовании способом хранения информации, чем те, которые у нас были, чем какие-нибудь классические реляционные базы данных, которые существуют уже много-много лет. Единственное преимущество, которое блокчейн дает над теми способами хранения информации в электронном виде, которые были до этого, это то, что он дает безопасность. Собственно, биткоин почему появился? Потому что Сатоши Накамото в своем white paper предложил первый практический вариант решения проблемы зайцевских генералов. Как мы можем хранить некоторую информацию и делиться с ней, конкретно наши балансы в сети биткоин, таким образом, чтобы исключить в такой системе, где мы не знаем, кто из наших контрагентов является честным, а кто врет. Алгоритм Proof-of-Work, биткоин, первый пример, и на сегодняшний день, на самом деле, единственный практический пример, я имею в виду Proof-of-Work, решение этой проблемы. Однако, поскольку под этим хайпом и огромным интересом к теме блокчейна возникло большое количество проектов, которые рассказывают нам, что они делают свои собственные блокчейны. И при этом они делают блокчейны более быстрые. В биткоине же блок 10 минут, у нас будет 1 минута. Делают блокчейны более, с большей пропускной способностью. В биткоине всего 7 транзакций в секунду, у нас будет 7 миллиардов. И делают блокчейны без комиссий. В биткоине же есть комиссии, иногда даже большие, а у нас их вообще не будет. Так вот, все эти рассказы, они мало того, что не являются правдой, потому что такой проект, такая технология, как если заработает презентация, я объясню, почему она принципиально не может быть, и это некая теорема математическая, которая доказана. Но на том уровне образования большинства людей, которые приходят постоянно, и не понимают, собственно, то, как строятся протоколы, то, как работают алгоритмы консенсуса, такие рассказы, то, что говорили про маркетинг, про то, что нужна история, да, это очень круто. То есть прийти и сказать, вот у меня, не знаю, Ripple или что-то, и у меня все как в биткоине, только в 100 раз быстрее и круче. Но магии не бывает. И если... Дальше точно нужна презентация. Я просто, надо показывать. Я готовил анекдоты для своей презентации, мы уже дали. Анекдоты? Бесполезно. Мне просто всего, видишь, 50 минут дали. В общем, попробую вспомнить, что там было написано. Значит, все те блокчейны, которые вам обещают бесконечное количество транзакций в секунду, без комиссий, и с мгновенными моментальными блоками или вообще без блоков, на самом деле блокчейнами не являются. По крайней мере, являются так называемыми приватными блокчейнами. То есть идея и ключевая особенность систем вроде эфириума и биткоина — это два сложных английских слова, вернее, даже одно слово — это trustlessness. Trustlessness с английского переводится как «отсутствие необходимости доверия». В системе биткоин любой пользователь, в системе эфириум, биткоин, любой пользователь может запустить свою ноду и проверять, валидировать транзакции всех абсолютно других участников. В системе Ripple это невозможно. В системе Ripple есть какое-то количество серверов, которые контролируются одной организацией, которые, собственно, делают то же самое, что делает любая другая база данных. Они следуют правилам алгоритма. Соответственно, те правила, которые соблюдаются в системе приватных блокчейнов, они будут работать и соблюдаться до тех пор, пока та компания, которая поддерживает этот блокчейн, этого хочет. То есть никакой криптовалюты децентрализованной. То есть, знаете, есть white paper Сатоши Накамото. Первая фраза из этого white paper звучит следующим образом. Биткоин нужен для того, чтобы сделать финансовую систему, где люди смогут пользоваться своими деньгами напрямую, без использования финансовых организаций. Вот напрямую возможно только в том случае, когда вы эту систему можете контролировать, когда в этой системе нет никого, кто важнее, чем другой, и когда в этой системе каждый может стать валидатором. Это называется децентрализация. И это есть, то есть это жесткое, формальное, четкое определение децентрализации. Каждый пользователь сети может валидировать транзакции всех остальных пользователей. Ни в каком Waves, ни в каком там Proof-of-Stake блокчейне этого нет на текущий момент, по крайней мере. То есть Proof-of-Stake концепция там, наверное, правильная, но пока практической реализации ее не существует. Ну, существует, но в тестовых там режимах. Почему? Потому что мы еще не дожили до этого момента. Есть там тестнет Каспера, есть тестнеты еще разных других алгоритмов, но если говорить про алгоритм консенсуса, то он же... Суть не в том, что, он как бы в теории работает и на бумаге, а суть в том, что там есть $1 миллиард, которые там лежат уже 5 лет, ежедневно, многократно, каждый день проводятся атаки на этот блокчейн, и ни одна из них не была успешной. Вот это биткоин. Ну и, в принципе, эфириум тоже. В эфириуме никто консенсус не взломал. Вопрос? Можно задавать? Ну, насчет просто как бы дискуссионный вопрос, насчет того, что каждый пользователь может подтверждать транзакции независимо от других. Это только в теории, вот вначале оно так вот получилось. На сегодняшний день, к сожалению, оно немножко не так. Из-за того, что они все-таки работают через пулы, а пулы полностью централизированы. Не, я имею в виду ноды, не майнинг. Неважно. В любом случае, в соло-майнинге сейчас в таких сетях... Ну, то есть, если, вот, например, взять эфир, очень известная большая сеть. Вот если взять статистику, всего 60 майнеров. На весь мир 60 майнеров. Консенсус определяется не майнерами, а нодами, фулл-нодами. Да, у меня нету децентрализации, если я не держу... Получается, система такая же крипла. Есть вот n количество нод, которые... Вот, майнеры, это же, получается, ну, как бы, по сути, как какие-то организации, которые централизированно держат очень большую мощность в себе, так? У них как бы одного человека, там, наверное, 30% мощности сети, правильно? Это же как бы существенное влияние. Где-то такая же ситуация с реплом. Но я ничто... То есть майнинг, ну, что я могу сделать, если у меня даже 51%? Я могу поменять один блок, сделать один даблспенд в одном блоке. Ну, потому что, скорее всего, после этого блока это будет видно всей сети, и сеть либо форкнется на другой алгоритм Proof-of-Work, либо, ну, какие-то меры будут приняты, либо это, скорее всего, этот эфир перестанет что-либо стоить. По крайней мере, та цепь, в которой произошла успешная атака 51%, потому что это мгновенно будет видно всем. Это и есть Накамото консенсус. Та идея, что как только я провожу, накупив там миллиард видеокарт, провожу успешную атаку на сеть, я миллиард потерял, одну там транзакцию поменял, украл себе эфиров, но эти эфиры уже ничего не стоят, потому что все знают, что эфир сеть дырявая. А то, что я говорю про децентрализацию, децентрализация и в биткоине, и в эфире, это все-таки уровень full node. То есть майнеры обеспечивают безопасность блокчейна, обеспечивают безопасность того, что данные, которые записаны в блокчейне, остаются там такими же. А фулл-ноды валидируют транзакции. Те, кто валидируют и проводят транзакции в системе биткоина и эфириум, ничего за это не получают. Все это делают бесплатно. И единственная цель, с которой они делают это, чтобы... себе гарантировать, собственно, безопасность, ну, как бы, чтобы подтвердить, что я свои деньги, они ушли туда, куда надо, ну, и заодно помочь сети. Ну, что будет, если они найдут неправильную транзакцию, валидирующие ноды? Ну, она не пройдет. Кэшпауэр у них нет. Кэшпауэр управляет сетью. А кэшпауэр сконцентрирован в нескольких десятках рук в мире. Ну, хэшпауэр без, ну, как бы, хэшпауэр не поможет. Невалидную транзакцию я все равно не смогу запихнуть, как бы, в блок. Я могу сделать даблспенд. Не, ну что, можете сделать свой форк. И то, даблспенд я могу сделать с, там, какой-то вероятностью. В общем, мы просто, то есть, есть блокчейны, на них есть разное количество, есть там, что называется, attack surface, то есть площадь, поверхность атак. И мы просто говорим про две разных вектора атаки. Одно — это невалидные транзакции, другое дело — это атака 51 или более %. Значит, вот, наверное, какую-то конкретную полезную мысль, которую я сегодня хотел бы рассказать, это DCS теорема. Значит, все блокчейны обладают, все практически блокчейны хотят обладать тремя свойствами. Это децентрализация, И определение, как я дал, децентрализации, это то, что каждый участник блокчейна, каждый, значит, человек, у которого там стоит кошелек на компьютере, на телефоне, проверяет транзакции других людей. Не обязательно всех, но те, которые ему важны. Второе – это консистенция данных. Это нам абсолютно необходимо в любой финансовой системе, потому что консистенция данных значит, что между разными участниками они видят одни и те же данные. То есть я знаю, сколько у меня денег, и тот, с кем я, собственно, провожу сделки, он тоже знает, сколько у меня денег. И мы в этой цифре, мы знаем, что это одна и та же цифра. И третье – это масштабируемость. Масштабируемость, практическая масштабируемость блокчейна – это значит, что все люди на Земле, плюс там еще по 100 IoT-девайсов на каждого, могут пользоваться этим блокчейном. То есть это вот три свойства, которые цивилизация как бы хочет от там, нормальной криптовалюты, полезной для общества. Так вот, DCS теорема, которая по сути является частным случаем CAP теоремы, которая существует уже там с 1998 года, которые, наверное, знакомы все, кто занимается распределенными хранением данных. DCS теорема говорит о том, что из этих трех свойств вы можете выбрать только два. Три невозможно. Соответственно, консистенция данных нам необходима, у нас не получится финансовая система, если мы по поводу балансов, сколько у кого денег, будем спорить. И децентрализация нам необходима, если мы хотим, собственно, решить эту задачу, которую поставил Сатоши Накамото, которая сформулирована как «я напрямую владею своими деньгами». Ни Ripple, ни банк, ни там Саша Иванов, ни кто-нибудь еще. И ничего плохого про Waves, просто это не криптовалюта, это платформа для токенов. И там, для того, что они решают правильно. Но если это электронные деньги, то я хочу им владеть напрямую. Я хочу сделать так, чтобы мои транзакции были нецензурируемы. И в том числе я сейчас расскажу про то, как биткоин сделает так, чтобы даже майнеры не смогли цензурировать транзакции, даже если они имеют значительную долю хэшрейта сети. Значит, это теорема. Теорема значит, что эта вещь доказана математически. Это останется так навсегда. Но это не значит, что надежда потеряна. На самом деле все возможно. Теорема не значит, что это доказано. Теорема значит, что это доказано в математике. Но не значит, что это доказано навсегда. Да. Не значит, что навсегда. Ну, а как? Ну, может произойти как угодно. Не, может произойти все, что угодно. Да, нет, ну в смысле... Аксиома она не доказывается. Аксиома как... Не суть. В общем, не в демагогии дело, а дело в том, что есть практические причины, почему это действительно невозможно. Ну, как бы есть вот Гриша Слепак, Анна Петрова, они это написали, из бумажки можете почитать, и там, собственно, очень просто на 5 страниц изложено, почему это так. Это же быстро, качественно и недорого, да? Что? Быстро, качественно и недорого. Ну, тоже только 2 из 3 можно выбрать. Наверное, я про это не знаю. Но есть CAP-теорема. CAP-теорема — это про partition сети, availability и консистенция availability partitioning. Просто мне это недорого. Значит, ключевые моменты. Я просто уже поздно и прям хочу какие-то такие краткие полезные вещи про биткоин рассказать. Значит, что такое биткоин? Биткоин — это валюта врагов. С первого дня существования биткоина биткоин построен на очень простом принципе, что любой человек, с которым вы встречаете в сети биткоин, пытается вас обмануть и пытается украсть все ваши деньги. И вот ровно такая система должна заменить текущую финансовую систему, потому что деньги... И в деньгах, и в финансовом мире никогда не будет такого, что все люди вокруг вас будут честными. Это просто невозможно, это психология человека. Ну и даже не человека лично, а общество. Мы пытаемся друг друга вот это самое. Для этого, ну собственно, вот на этом принципе отсутствия необходимости доверия биткоин строится. Я всегда проверяю все, что я получаю от этой сети. И таким образом я гарантирую, что мои деньги остаются у меня, что моя транзакция придет туда, куда надо, то, что я получил транзакцию то, что я получил те деньги, которые мне кто-то отправил. И вот забегая немножко вперед, чем крут Lightning сеть от каких-то других решений по масштабированию блокчейнов, Lightning сохраняет полностью вот эту вот парадигму отсутствия необходимости доверия, не добавляя никаких новых security assumptions, то есть предпосылок безопасности. То есть не нужно ничего больше принимать на веру, кроме того, что вы уже приняли в биткоине. Это ровно одна вещь, то, что там про эллиптические кривые, ну, короче, что ключ биткоина нельзя подобрать. И система Lightning, сеть Lightning, она это сохраняет. Значит, как недавно в своем выступлении сравнил Андреас Антонопулос, один из крутых популяризаторов биткоина, биткоин — это канализационная крыса. То есть здесь речь идет об иммунитете. Канализационные крысы — это животные, которые в себе несут примерно абсолютно все бактерии и болезни, которые в мире только существуют. При этом они живут, выживают и плодятся, и, в общем, не умирают. А какой-нибудь там... Ну, как бы, и почему это происходит? Потому что у них очень сильный иммунитет. Потому что они изначально существуют всегда в такой агрессивной среде. Так вот, если сравнить современную банковскую систему или вообще IT-безопасность, современный подход корпоративный и биткоин, то это две противоположности. И вот аналогия с иммунитетом здесь очень хорошо ложится. Любой банк, его система безопасности построена на периметрах безопасности. Вот мы сделаем стерильную комнату, поставим сюда кучу коробочек от Cisco, от IBM, еще что-нибудь, никого не будем пускать, и здесь будет крутиться вся наша ключевая финансовая инфраструктура. Но это не работает, потому что рано или поздно кто-то туда пихает флешку, или подкупают админа, или еще что-нибудь. В общем, любой банк рано или поздно взламывают. И мы это видим каждый день в новостях. Никакой Bank of America, никто пока не избежал такой участи. В отличие от этого, биткоин, вернее, в контраст этому, биткоин с первого дня существует в том месте, в самом кишащем всеми вирусами возможными месте на Земле, а именно в интернете. То есть любой хакер, вот, пожалуйста, любая биткоин-нода, порт 8333, взламывайте не хочу. За 9 лет существования биткоина ежедневно на него происходит... Ну, поначалу, наверное, не так сильно, потому что он не был известен, но сейчас, когда миллиарды долларов, естественно, это такой сладкий кусок пирога. И ежедневно, многократно самые лучшие умы, самые жаждущие денег люди проводят атаки на сеть биткоин. И ни одна из них пока еще не была успешной. Проводят, значит, гипотетически могут быть? Гипотетически могут быть баги где угодно, но если мы сравниваем два подхода, подход приватный, в котором у меня есть мое проприетарное программное обеспечение, которое стоит за фаерволом в темной комнате, и подход публичный, когда у меня есть открытое программное обеспечение, которое доступно всем, любой человек может, где есть процесс досконального тестирования, анализа перед каждым релизом, и который существует в изначально агрессивной среде, вот этот вот второй подход, он обладает иммунитетом по сравнению с первым. И это просто видно на практике, в общем, на том примере, который я привел. Биткоин — один из, наверное, главных преимуществ биткоина, если сравнивать его просто, конкурентное преимущество биткоина по сравнению с другими криптовалютами, он никому не принадлежит. То есть вот сегодня уже несколько раз упоминалось, что вот есть Виталик Бутерин, и то есть, с одной стороны, эфириум с технической точки зрения абсолютно децентрализованный, соблюдает примерно все те же самые свойства, что и биткоин, с другой точки зрения, Виталик сказал форк, и все форкнулись. Кто такой Сатоши Накамото, мы не знаем. И именно тот факт, что он неизвестно кто, и он не имеет права голоса, и более того, в системе биткоин и в комьюнити биткоина нет ни одного человека, чей бы голос был более важен, чем любого другого, и вообще в системе, в мире биткоина, в мире криптовалют нету ни одного человека, с которым никто бы не стал бы спорить. То есть Виталик, он типа создатель эфириума, и у него есть авторитет, соответственно, на него можно повлиять, и он может систему куда-то в личных чьих-то целях направлять. В биткоине такого человека нет. И уже я не думаю, что появится. Proof of Work — это все-таки единственный доказанный на практике практичный способ обеспечения безопасности блокчейна. На сегодняшний день это 7 с лишним миллиардов долларов. Ну, в общем, цифры не так важны, они все равно меняются каждый день, но биткоин, суть, наверное, в том, что биткоин обладает самой большой по мощности сетью Proof-of-Work среди всех блокчейнов. А Proof-of-Work, наиболее практически доказанный, оттестированный способ, значит, алгоритм консенсуса. Я не уверен, что на Земле реально практически нужно два блокчейна с Proof-of-Work. Нам достаточно одного. Потому что в конечном счете все, что нужно делать такому блокчейну, это хранить один хэш, который является там Меркель корнем чего угодно, неограниченного количества информации. Это примерно, что я рассказывал? Ну, это просто уперетерн, да. Ну, я не знаю, я, может, пропустил. Но суть в том, что, да, что нам не нужно два блокчейна с Proof-of-Work, нам нужен один, который самый безопасный, и в котором мы как бы знаем, что он децентрализован. Ну, там 2-3. Каждой криптовалюте и каждому маленькому блокчейну нет смысла делать свою собственную Proof-of-Work сеть и свой собственный майнинг. Есть значительно проще просто использовать, что называется, энкориться, то есть как бы цепляться якорем за уже существующий блокчейн, ну, тот же Ethereum или Bitcoin. Почему я уверен, что биткоин надолго сохранит свое лидерство? Это люди, которые над ним работают. Я, ну, все-таки биткоин изначально создавался в среде и поддерживается людьми из среды академической. Нету людей, которые когда-то получали зарплату за то, что они работали над биткоином. Более того, я не думаю, что кто-то из этих людей реально делает это ради денег. Ну и вообще люди из академической среды, из научной среды, как правило, не делают то, что они делают ради денег. Они делают это, потому что они хотят изменить мир к лучшему, как они считают. Open source проекты, такие как Linux, такие как какие-то части стека интернета, они... То есть почему вообще победил интернет, а не 25 миллиардов аналогичных проектов, которые в то время существовали. То есть любой телеком-оператор в 80-х годах примерно, он, ну, крупный, там, не знаю, у AT&T был проект, что они сделают, значит, свой собственный интернет, и в отличие от нашего интернета, которым мы сегодня пользуемся, у них тогда были там и там картинки можно было смотреть, и видео, и голос, и все что угодно. В обычном интернете ничего из этого не было, можно было только имейлы отправлять. Но победил интернет. Почему? Потому что он никому не принадлежит, и потому что он как нечто, принадлежащее только человечеству и необходимое человечеству, объединил на своей разработке лучшие умы, самые талантливые и самых, как бы, то есть людей, которые это делают, которые, во-первых, понимают, что они делают, они имеют навыки достаточные, а во-вторых, у них правильная мотивация. Они это делают, потому что они хотят ну, вот, принести вот этот протокол, в общем, как-то там поменять, ну, не знаю, поменять мир. Поэтому блокчейны, которые являются коммерческими, если мы говорим про криптовалюты, ну, не очень понятно, как бы, как они будут реально конкурировать с open-source системой. Тем более, если изначально криптовалюта — это что-то про глобальное, не скоррелированную с локальной экономикой финансовую систему. Значит, теперь чуть-чуть более конкретные вещи. Lightning-сеть, как сегодня уже говорилось, это способ решения проблемы масштабируемости биткоина. То есть я вот начинал с этого треугольника. Любая криптовалюта, практически на сегодняшний день, она должна выбирать вот два из трех этих свойства: консистенцию и децентрализацию. Третьего она выбрать не может, по крайней мере, в своем базовом уровне протокола. Lightning сеть эту проблему решает. Она действительно позволяет в топологии, схожей с топологией интернета, то есть масштабируемой на миллиарды пользователей, без необходимости централизации, сохраняя свойства отсутствия необходимости доверия и сохраняя все криптографические предпосылки, которые существуют в биткоине, и не добавляя новых, дать нам возможность масштабировать криптовалюту до, ну, там, не знаю, практически до миллиардов пользователей и там, не знаю, миллионов каналов, ну, в общем, до того уровня спроса, который на нее сегодня есть или там может быть в ближайшем будущем. Вчера Lightning, сейчас это позавчера, получается, Lightning сеть, ну, в общем, постоянно... Ладно, не буду углубляться. Значит, Про то, как Lightning сеть работала, сегодня уже говорили. Можно такой маленький вопрос? Ага. Получается, внедрение Lightning Network в биткоин нарушило теорему, о которой мы говорили? Нет, она не нарушила, потому что это второй уровень. То есть Lightning сеть — это сеть второго уровня. Она не является частью протокола биткоина. Биткоин работает без Lightning сети. Lightning сеть — это... Да. Биткоин является частью протокола Lightning Network. Нет. Ну, да, ну, плазма. Но плазма — это Lightning-сеть, только без биткоина. Ну, то есть Lightning-сеть — это что-то, чему, конечно, необходим блокчейн снизу, но это не обязательно должен быть биткоин. Это может быть эфириум и любой другой блокчейн. Более того, Lightning-сеть сейчас уже позволяет атомические свопы. То есть в эфириуме она возможна. То есть нам нужен блокчейн, в котором есть таймлог хэши. Это эфириум, это Decred, это биткоин и это что-то там еще. Значит, между всеми этими блокчейнами мы уже можем построить Lightning-сеть, которая их все объединяет, и делать типа DEX или, ну, trustless как бы обмен. И это круто. Ну, то есть Litecoin на биткоины вот меняли, и есть на GitHub все это, пожалуйста, можно менять без отсутствия необходимости доверия. Прикольная история, ну вот как бы вот мне нравится одна из вещей про Lightning-сеть. Lightning-сеть, она сохраняет, поскольку это... Ну, в общем, я просто не знаю, я не хочу повторяться, но и понимаю, что если я куда-то углублюсь, то нет, самое непонятно будет. В общем, Lightning сеть, вы можете открывать каналы. Значит, у меня есть кошелек биткоин, у моего контрагента есть кошелек биткоин. Я делаю транзакцию, которая попадает в сеть, которая обеспечена всей безопасностью системы. Эта транзакция позволяет мне открыть канал. Ну, в теории... канал напрямую, но на практике это будет канал не напрямую между мной как покупателем и кем-то как продавцом, а это будет канал между мной и сетью Lightning, между ближайшим хабом ко мне. То есть, да, там будет какая-то часть децентрализации, но она не критична, потому что хабов будет огромное количество, поддержание дополнительного хаба стоит ровно ничего, требует только full ноду, которых, ну, там есть там 20 тысяч в мире и достаточно. И как только я открываю с кем-то Lightning канал, у меня есть мало того, что гарантия того, что ну, то есть мои биткоины по-прежнему подлежат мне, пока этот канал не закрыт. Значит, и этот канал может закрыться, то есть моя транзакция в сети Lightning может закрыться тремя способами. Она может закрыться по-хорошему. Я покупаю кофе, я получил свое кофе, канал закрылся, у меня списалось количество биткоинов. Она может закрыться по-плохому. Допустим, ну, у меня, не знаю, я вылетел в офлайн, у меня отвалился интернет, или там мы передумали, значит, совершать эту транзакцию, ну и все остались при своих. Там кофейня осталась со своим кофе, я остался со своими биткоинами. А еще сеть Lightning может, и это в ней, по сути, инструмент Proof-of-Stake уже заложен в сеть Lightning. Канал Lightning может закрыться таким, что называется, некрасивым способом, потому что если вы с кем-то открыли канал в сети Lightning, то и кто-то пытается этот канал в одностороннем порядке закрыть нечестным образом, то есть, по сути, украсть ваши деньги, вы об этом узнаете. Поскольку транзакция открытия канала, ну, там есть таймлог хэш, то есть я, когда открываю канал, я сразу указываю, что этот канал не будет закрыт еще там 3 дня. То есть транзакция проходит мгновенно, но settlement этой транзакции может происходить и, в принципе, должен происходить, так же, как в банковской системе, происходит через какое-то время, чтобы избежать мошенничества. Так вот, если вторая сторона пытается в одностороннем порядке закрыть этот канал, по сути, украсть мои деньги, я это вижу, я доказываю, и у меня есть доказательства того, что меня пытаются обмануть, я публикую это доказательство, я забираю свои деньги, еще я забираю те деньги, которые были, значит, у этого контрагента. То есть я, по сути, наказываю. То есть попытка мошенничества в сети Lightning наказывается еще и в денежном выражении. Это вот такой... Это значит, ну, ничего не понятно. На уровне протокола сделано. На уровне протокола, да. То есть, значит, мы открыли канал друг с другом. Потом... Мы делаем какое-то количество операций, у нас баланс меняются, потом ты, значит, как мой контрагент, хочешь в одностороннем порядке закрыть канал, но закрыть его нечестным образом. То есть у нас есть какая-то история нашего обмена, У меня там, мы открыли изначально, я положил биткоин, и ты положил биткоин. Потом что-то мы там продавали, покупали друг от друга. В итоге последний баланс, что у меня там 0,5 биткоинов, а у тебя 1,5. Но ты публикуешь блокчейн предыдущий стейт этого канала, где у тебя 2 биткоина, а у меня 0. То есть какой-то стейт, который тебе выгоднее. И я эту транзакцию вижу, и поскольку я обладаю доказательством того, что после этого у нас с обеих сторон криптографически подписано, есть следующий стейт канала, где другой баланс, то есть что ты опубликовал не последний стейт канала, и ты, по сути, попытался сделать мошенническую транзакцию, я представляю доказательства блокчейну и забираю еще твои деньги. 0,5 или 1, если у вас 0,5? Это закладывается сколько конкретно? Это закладывается, там можно, это программируется. То есть может быть по-разному. Да, Lightning, то, что я говорил, атомические свопы позволят связать разные блокчейны между собой. И без необходимости централизации в виде бирж менять биткоин на лайткоин, на Decred, на эфириум, еще на что-то. Lightning-сеть сохраняет, по сути, раутинг и топология Lightning CC — это то же самое примерно будет, что топология интернета. То есть централизации, там не будет Амазона и не будет UBS или там какого-то банка, потому что так же, как и в интернете, вот эта вот сеть Lightning, состоящая из огромного количества каналов, из миллионов, там сейчас уже там, 30 тысяч каналов, хотя она толком не запущена, но их там будет, я не знаю, там, миллионы. Дойти из пункта А в пункт Б можно будет 1000 разных способов. То есть, может быть, там будет какой-то большой хаб, который будет пытаться там, не знаю, цензурировать транзакции или каким-то образом мешать вам пользоваться вашими деньгами, но вы всегда можете его обойти. Вот один раз не получилось, вы используете другой. То же самое, как в интернете. Ну, там, не знаю, заблокировал там доступ к какому-нибудь сайту, там, какой-нибудь очередной, не знаю, китайский фаервол, но у вас есть VPN, вы можете всегда пойти другим путем. И, кстати, Lightning изначально из коробки работает через, может работать через Tor, то есть использовать Onion Routing, то есть вы таким образом еще сохраняете анонимность, собственно, где вы находитесь, кто вы, в какой стране, какой у вас айпишник. А Tor — это, в общем, такая оттестированная и работающая штука. Значит, история про биткоин-пиццу, я думаю, всем известна, там, в 2011 году, человек по имени Лазло купил 3 пиццы за 10 тысяч биткоинов, и это было, эта история, он купил 3 пиццы за 80 миллионов долларов. Так вот, он же буквально 3 недели назад снова купил пиццы, снова за биткоины, на этот раз подешевле, но эта покупка пиццы была через Lightning. Такое, не знаю, знаковое событие. Другая вещь, то есть Lightning — это один из проектов, который сильно улучшит биткоин и решит проблему масштабируемости. Другая вещь называется конфиденциальные транзакции CoinJoin. Значит, биткоин является псевдоанонимной криптовалютой. Псевдоанонимный значит то, что адрес в системе биткоин анонимен, то есть он никаким образом не связан с моим паспортом и моей личностью, и каждый человек может генерировать неограниченное количество адресов, и необходимо, естественно, так пользоваться биткоином, вы должны постоянно менять адреса, иначе вы свой privacy как бы ломаете. Что в биткоине не анонимно, это история всех транзакций и суммы. То есть если один раз кому-то удалось идентифицировать мой кошелек и связать мой кошелек с моей личностью, то после этого очень легко понять, и посмотреть по блокчейну, кому я отправлял и сколько денег, от кого я получал и сколько денег. Конфиденциальные транзакции эту проблему решают. Значит, после того, как конфиденциальные транзакции будут введены в биткоин, это, я думаю, оптимистично через год, пессимистично через 3, реально, наверное, года через 2. Значит, начиная с этого момента, транзакции в блоке будут выглядеть как, по сути, одна большая транзакция, в которой мы видим все адреса людей, которые отправляли транзакции, все адреса людей, которые получали транзакции, но кто от кому отправлял, мы больше не сможем определить, и суммы, соответственно, тоже. То есть это добавляет privacy, биткоин, приватность, и это добавляет вот эту вот, тоже такое сложное английское слово, fungibility. Fungibility — это взаимозаменяемость. То есть цель биткоина, по крайней мере с точки зрения приватности, сделать так, чтобы одна транзакция биткоина от другой была абсолютно неотличима для внешнего наблюдателя, в частности для майнера. То есть сейчас в биткоине есть проблема, ну как и в любом другом блокчейне, что на уровне майнинга майнеры могут цензурировать некоторые биткоин-транзакции, если они определили, что вот этот адрес принадлежит мне, и они не хотят, чтобы я пользовался моими деньгами, и у какого-то майнера есть, там, не знаю, 80-90% или ну, там, хотя бы 51%, ну, в общем, значительное количество хэшрейта сети, то этот майнер может запретить или попытаться, в общем, просто не включать мою транзакцию в блок. И это цензура, это проблема, и это, по сути, лишает биткоин его главного свойства — нецензурируемой финансовой системы, где я напрямую владею своими деньгами. Значит, конфиденциальные транзакции это решают. CoinJoin — это, ну, по сути, то же самое, но это такое более быстрое решение, которое, скорее всего, быстрее появится в биткоине, потому что конфиденциальные транзакции требуют введения подписи Шнора, что технически, ну, что займет некоторое время, потому что это критический с точки зрения безопасности, с точки зрения криптографии момент, несмотря на то, что с теоретической точки зрения уже понятно, что нужно сделать, чтобы вот эти вот подписи Шнора туда ввести, но люди, биткоин — это штука, которую очень сложно поменять. И это тоже огромный его плюс. Несмотря на то, что, по сути, код для того, чтобы это заработало уже сегодня, он написан, он существует, пройдет еще года два, я думаю, минимум, реального скрупулезного анализа, попыток это взломать, анализов разных векторов атаки и тестирования, прежде чем это появится в майннете биткоина. Потому что легко, если вы сейчас решите, хотите написать свой блокчейн и написали список фич, которые хотите, чтобы там были, легко дать этот список программисту, техническое задание, он все это сделает. Но сложно, если вот этот список фич, он написан для чего-то, где уже лежит $200 миллиардов. То есть очень хорошая аналогия, ну там сделать новый блокчейн вот с подписями Шнора, это как, ну не знаю, собрать конструктор. Все для этого есть, это там, этот Шнор, он там, не знаю, в 60-х, 70-х годах все это придумал, ну есть какие-то библиотеки, в общем, бери, делай. А добавить это в биткоин, это то же самое, что в полете, то есть представьте, ракета, она запустилась, вернее, как вы, не знаю, вас посадили, привязали к бочку с бензином, подожгли, она взлетела, и вам в полете с этой бочкой бензина нужно собрать ракету. То есть вы уже летите, там уже биткоин не может остановиться, у него нет технического перерыва, у него нету как бы, ну, это критически важно, потому что это огромные деньги. И это огромный успех и вообще магия, что до сегодняшнего дня, несмотря на то, что там происходит с курсом, несмотря на то, что там пишут в медиа, несмотря на то, что там говорят политики, несмотря на все те страны, которые там клянутся и божатся, что они вот-вот запретят биткоин или уже запретили. Несмотря на все это, каждые 10 минут у нас появляется блок. И проходят транзакции, люди владеют своими биткоинами, люди отправляют свои биткоины, получают. И, ну, и это, в общем, в принципе, фантастика. Так как же в этой летящей ракете появится Schnorr Signature через 5 лет? Через 2. Ну, кто-то таки соберет из бочки с бензином, назовем так. Ну, конкретный бип о Schnorr Signature существует. Он даже реализован в виде кода. Код лежит на гитхабе. Как это будет выглядеть, уже понятно. И это, кстати... Нет, это не софтфорк. Короче, ну, потребуется хардфорк. То есть проблема в том, что... Наконец-то хардфорк. Хотя, может, и софт. Вот я сейчас, я, короче, не буду врать. Возможно, софт... Ну, смотрите. Не-не-не, никакого... Ну, это ерунда. Просто у Димы есть биткоин, и мы за него очень рады. То есть Segwit был готов в виде бипа и в виде всего вообще в конце 2015 года. Segwit появился в майннете биткоина 1 августа или какого-то там августа 2017 года. Два года прошло с того момента, когда была написана последняя там, запятая, последняя строчка кода в том, что называется Segwit, до того момента, когда оно реально заработало. Это политика, но это хорошо. Это доказательство того, что биткоин — это нечто, что очень сложно поменять. И это как раз ну, вот, оправдывает тот факт, что ну, одно дело, если бы мы строили что-то, где нет денег, или если бы мы строили что-то, что мы там запустим через год. Другое дело, когда это реальная финансовая система, которая уже работает и которая уже стоит миллиарды. Практическое применение подписи Шнорра — это то, что будет возможно сделать конфиденциальные транзакции, сократится объем блокчейна. То есть сейчас на каждый output, который вы тратите, нужно предоставить подпись, причем даже если она одинаковая. В случае подписи Шнорра на каждую транзакцию нужна будет всего лишь одна подпись. И она там сложным, хитрым, математическим образом имеет все те же самые свойства, которые имеют текущие подписи внутри блокчейна. И это увеличит... ну, соответственно, это еще ускорит работу нод, потому что проверить одну подпись требует меньше процессорного времени, чем там, 5 или 10. Тем более мы в биткоине видим тренд на бэтчинг транзакций. То есть у нас типичная транзакция биткоина. Уже сейчас это не один output, ну, там, 1-2, а это 50 там инпутов и 50 аутпутов, потому что основные транзакции в биткоине — это какие-нибудь биржи, которые делают выводы на сотни кошельков, или какие-нибудь там сервисы, какие-нибудь кошельки. Ну, в общем, это не один человек. Вообще, я думаю, что вот эта вот идея, что если я кому-то хочу отправить биткоин, и я создаю транзакцию и кладу ее в блокчейн, это в будущем будет дикостью. И это будет необходимо только в том случае, если отправляю реально дохрена денег. Потому что блок увеличиваться, ну, тоже не буду даваться почему, но просто поверьте, увеличивать блок в блокчейне — это плохо. Это всегда приведет только к катастрофическим и негативным последствиям. То есть размер блока в блокчейне всегда ограничен. А если биткоином будет пользоваться не как сейчас, там, не знаю, миллион человек, а там 7 миллиардов, то ну вот у меня есть 1 мегабайт 10 минут, и 7 миллиардов человек, кому это надо. И я хочу купить, значит, за 5 баксов кофе. Вот мне не нужно, чтобы моя покупка кофе за 5 баксов имела безопасность 7 миллиардов долларов в виде майнингового оборудования и всей вот этой огромной инфраструктуры, просто чтобы у меня была гарантия, что мои 5 долларов меня не украли. Я для этого могу использовать Lightning сеть, я могу для этого использовать оффчейн какие-то, в общем, платежи. А то, как будет выглядеть блокчейн, это либо энкоринг крупных сервисов, какие-то сложные большие транзакции между хабами, или транзакции, где отправляется реально, ну, что-то реально очень существенное и очень дорогостоящее, большие суммы денег. То есть ты сказал, что блокчейн не нужен? Нет. Фух, слава богу. Очень крутая вещь, которая еще позже появится, чем Schnorr Signatures и, значит, Confidential Transaction, это MAST. MAST расшифровывается как Merkleized Abstract Syntax Tree. Это, по сути, добавление кастомного, В общем, MAST позволит, и он уже частично внедрен, но будет совершенствоваться. MAST — это возможность добавить, по сути, кастомную логику, такую же, как смарт-контракт эфириума, но в биткоине. То есть я к моей биткоин-транзакции могу привязать любые правила. Сейчас они ограничены языком биткоин-скрипт. Ну, по сути, я могу сделать мультисик, я могу там какую-то простейшую логику или... там, да, и, ну как там, if else, в общем, добавить, а с помощью must я могу сделать эту логику очень сложной, очень большой. Вся эта логика будет совершаться off-chain напрямую между лицами, которые заинтересованы в платеже. А что самое крутое, вот эта вот штука GraphTruth, которая предложена там Грегом Максвеллом типа 3 недели назад, то есть это вообще очень такое как бы модное и современное, позволят сделать так, что я со своим там контрагентом делаю гигантский сложный смарт-контракт, который работает напрямую в биткоине, и транзакция, которая появляется в блокчейне, которая видна всем, будет абсолютно неотличима от самой простой транзакции, когда я отправляю один биткоин, там Алиса отправляет один биткоин Бобу. То есть это тот же самый fungibility, это та же самая приватность. Мы можем сделать... То есть в чем проблема смарт-контрактов в эфириуме? Они публичны. Там вот вышло исследование, да, пару дней назад, что типа 34 000 смарт-контрактов в эфириуме найдено с разного рода уязвимостями. И из этих контрактов там какое-то количество имеет балансы. Ну, в общем, проблема смарт-контрактов в том, что если я, не знаю, корпорация, и я на смарт-контрактах построил ключевые какие-то моменты своего бизнеса, то я не хочу, чтобы все мои конкуренты и вообще весь мир видел, как там, не знаю, если я, там General Motors закупаю там алюминий на $1 миллиард, я не хочу, чтобы все мои конкуренты знали, почем и у кого я этот алюминий закупаю, и какие там правила, пени, штрафы прописаны в этом контракте. А здесь это можно сделать, да, таким образом, чтобы никто даже не знал, что там есть смарт-контракт. Это просто транзакция. С точки зрения майнера или внешнего наблюдателя блокчейна она вообще никак не будет отличаться от всех остальных. А для чего ее децентрализация? Если это не автоперевод битка? Нет, смотри, любой смарт-контракт в конечном счете это какая-то транзакция финансовая. То есть смарт-контракт, он же не буквы на экране печатает. Он делает какой-то... Смарт-контракт, его результат всегда в деньгах. Что деньги от одного человека ушли другому. Может быть какая-то сложная схема, как это все происходит, что вот там ты вложил это, я тебе выдал токен, ты токен туда, если ты подписал, и еще твой партнер подписал, и время там не больше, чем такая-то дата, то я плачу там столько-то биткоинов. Это смарт-контракт. А вот эту логику нужно знать только нам с тобой, ну и тем людям, которые задействованы. А любой внешний наблюдатель блокчейна, который просто в блокчейн-эксплорере зашел, он не будет видеть всей этой логики, не будет видеть даже бинарного кода, как это в эфириуме. То есть можно было просто договориться и отправить бабки? Нет, ключевой момент, что останется trustless как бы парадигма. Мы не просто договорились и отправили бабки, а все эти правила и вся эта логика, она исполняется блокчейном, алгоритмом. То есть вообще, да, еще раз, так, большой шаг назад. В чем смысл блокчейна? Для чего появился биткоин? Для чего появились все блокчейны мира? Потому что у нас были некоторые системы в человеческом обществе, которые контролировались другими людьми, правом, там, судьями, председателями центральных банков, генеральными директорами корпораций и так далее. И это, в общем, работало, потому что это было лучшее, до чего мы смогли дойти. Но это работало не очень хорошо, потому что человек всегда уязвимое место в любой системе. Что делает блокчейн, биткоин, эфириум? Они заменяют принятие решений в любой системе, ну, например, финансовой. Принятие решений было человек, стало алгоритм. И вот если алгоритм принимает решение от того, кто, кому, сколько денег платит, то алгоритм невозможно подкупить, у алгоритма нет никаких личных мотиваций, у алгоритма нет желания заработать денег, у алгоритма есть единственная как бы возможность, он делает то, чего в нем запрограммировано. А если это алгоритм open source, то еще все видят, собственно, что в нем запрограммировано. Вот, поэтому смарт-контракт лучше, чем любой другой тип договоренности, тем, что в любой другом типе договоренности есть человек, как узкое звено, а в смарт-контракте его нет. Все решения в конечном счете выполняются алгоритмом. Поэтому 34 000 смарт-контрактов, написанные людьми, поломались. Вот. Значит, в эфириуме 34 000 контрактов написаны людьми. Solidity — невероятно кривой язык программирования. Причем Solidity не такой плохой язык программирования, а плохие программисты, которые пришли. То есть Solidity пытались сделать простым. Взяли такой синтаксис JavaScript, типа, ну, вот чтобы любой понял. Ну и туда пришли те люди, которые, в общем, знают JavaScript, да. И это все кончилось плохо, потому что, в общем, одно дело писать фронтенд, а другое дело там делать TGI на сотни миллионов $. А проблема Solidity и любого языка программирования, любого блокчейна, смарт-контракта в том, что они формально неверифицируемы, формально недоказуемы. Для этого в биткоине есть... прекрасный, вернее, нету, но будет, прекрасный язык программирования, который называется Simplicity. Язык программирования Simplicity даст возможность программистам смарт-контрактов делать такие программы. Они не будут Turing-complete, как в Ethereum, то есть они не могут делать все, что угодно, но они почти Turing-complete, то есть они исключают очень ограниченное количество кейсов. По сути, программа на Simplicity, она от программы на Solidity, она единственное, что она не позволяет делать, что позволяет Solidity, это циклы. Но, в общем, циклы всегда можно обойти. Но зато крутость Simplicity в том, что любая программа, которая написана на Simplicity, до того момента, как ее загрузили в блокчейн, и она там начала работать, мы можем формально, то есть математически, доказать все возможные результаты исполнения такой программы. То есть программа на Solidity, ее как все эти смарт-контракты взламывают. Там бывает бэкдор, но чаще всего это просто кто-то не подумал, и там нашли какую-то возможность, которую программист, который писал смарт-контракт, он просто не предусмотрел. И все деньги утекли. Как вот так вот за DAO сломали. За DAO украли 150 миллионов долларов тогда, сейчас это уже не 150, а там какие-то 10 миллиардов долларов. Сломали очень простым образом, там нашли возможность голосовать за пропоуз, за DAO это такой фонд, туда можно было делать предложение, и одно из предложений было, а давайте выведем все деньги мне. Вот этот хакер, который взломал, он говорит, давайте деньги выведем мне, и сам нашел дыру в смарт-контракте, который смог, в общем, за свое собственное пропозал проголосовать и, в общем, его единолично как бы принял. Хотя этого не подразумевалось изначально в концепции DAO. То есть я не думаю, что это был бэкдор. А в Simplicity такого будет невозможно, потому что мы заранее, еще до публикации этого смарт-контракта, еще на этапе аудита, сможем получить как бы совокупность всех возможных результатов исполнения этих смарт-контрактов, и если одно из них будет не соответствовать изначальным техническим требованиям, то мы сможем доказать, что, если они все будут соответствовать техническим требованиям, то мы сможем доказать, что этот смарт-контракт нельзя будет использовать другим образом, нежели чем он подразумевается. И что из этого важно? Во-первых, это то, как построен Solidity сейчас, является огромной дырой и вектором атаки на эфириум в том плане, что невозможно предсказать реально, сколько газа потребуется на исполнение любого, особенно достаточно сложного смарт-контракта, просто принципиально невозможно это доказать. Соответственно, если мы не можем доказать, то в эфириум можно выложить какой-то смарт-контракт, который, по сути, станет дедосом, который потребует настолько много ресурсов, что ляжет вся сеть. Газ-лимит это же как раз и ввели после казино. Газ-лимит это костыль. Это костыль, конечно. Есть лимит, он не может работать постоянно. Не, сейчас, DDoS, это же не обязательно, что один контракт загрузит всю сеть. Отличный пример — CryptoKitties. Все контракты, которые попадают в блок, лимит общий блока, его не может быть больше. Если контракт 1, 2, 10, неважно. Я не так, наверное, хорошо понимаю архитектуру эфириума, но это не практическая атака, потому что иначе эфириум бы уже не встал бы просто. Если просто так рассуждать, то принципиальной разницы нет, что биткоин и эфириум с точки зрения безопасности. Тьюринг-полм здесь немножко за уши притянут. Математически это, то есть описать на бумаге можно, но выполнить это Тьюринг-полм не будут. Попробуем выполнить с лимитом в газе, 20 с чем-то там миллионов. Я могу все 2 миллиона как минимум. То есть, смысл не в том, что лимит газа — это ограничение, которое наложено блокчейном на смарт-контракты, которые в блоке. Протокол. Лимит протокола. А то, что я смогу сделать, это статический анализ программы Simplicity, это я, прежде чем программу загружать вообще в блокчейн, я уже точно знаю, что моя программа максимум требует 10 тысяч газа. В Solidity это нельзя сказать. Я не могу сказать, написать Solidity программу. Нельзя. MyEtherWallet пользуешься? Каким? MyEtherWallet. Он сразу считает, сколько газа нужно на каждую. На обычную транзакцию. Нет, если я напишу смарт-контракт в 1000 строчек кода, ты не скажешь, сколько требуется газа. Он сразу же вбиваешь адрес смарт-контракта, берешь метод, он тебе считает, сколько газа нужно, кто что выполнит. Ты знаешь, я хочу дать опровержение. Когда отправляешь токены с MyEtherWallet, то количество газа, даже если у тебя есть, допустим, определенное количество эфира на кошельке, то он не до конца правильно высчитывает газ, и транзакции возвращаются. В общем, в Тьюринг, в полном языке программирования... Невозможно, принципиально невозможно сказать, сколько циклов процессора потребуется, чтобы эту программу выполнить. Даже очень простую. Потому что, ну, потому что так работает... Можно сказать, это влезет в транзакцию в блок или не влезет? Ну да, это можно сказать, но, блин, без этого бы Ethereum вообще не работал. То есть, ну хорошо, хоть и это есть. Просто классно, то есть классно, что оно работает, и Ethereum молодцы, и они сделали лучшее возможное из того, что как бы было под рукой и можно было сделать быстро. Но чем Simplicity лучше? Я думаю, что Simplicity это даже не про биткоин, это просто ну, новый язык программирования, который там тоже никому не принадлежит. То, что он поможет делать статический анализ, значит, этих алгоритмов, и если мы можем ограничивать это не протоколом, а предоставлять доказательства того, что моя программа работает вот так, ей потребуется максимум вот столько ресурсов, и ее результат исполнения будет, вот, ну, и совокупность всех результатов исполнения будет вот какой-то такой, и мы это можем ограничить. Но это принципиально круто для смарт-контрактов, потому что это повышает безопасность и для заказчиков, и для тех, кто пишет смарт-контракт, и для блокчейна. То есть это не только про DDoS, но и про... как бы уверенность всех участников этого смарт-контракта. Ну, допустим, я использую я там вкладываю токены в смарт-контракт или там эфиры в TG смарт-контракт кидаю. Тоже я же не могу даже доказать, что этот смарт-контракт в итоге сделает то, что он мне обещает. А тут у меня будет возможность это проверить самостоятельно. Уже можно хлопать? Ну да, все, вот. И, значит, последняя мысль про то, что биткоин и в криптовалютную историю люди приходят, как правило, по крайней мере, я и большинство людей, кого я знаю, из-за денег, потому что это какая-то штука, которая имеет какую-то реальную ценность. Но все эти люди, кого я сильно уважаю в этой сфере, они здесь остаются и существуют не ради денег, а ради технологии, потому что они видят, что это в конечном счете не способ быстро что-то урвать и заработать, а это глобальный, ну, как бы сдвиг парадигмы от мира, который контролируется людьми и иерархией жесткой, вот есть один, и он все решает, до мира, который контролируется машинами и алгоритмами. И в этом случае у людей появляется как бы большая свобода, в том числе, ну, в частности, биткоина в их финансовой жизни. Все, спасибо.